Дорогие рукодельницы, я давно обещала, и вот наконец показываю джемпер интерлак, но это свитер. По вороту это свитер, это называется уже не джемпер. Свитер в стиле интерлак. Вот так он у меня получился. Посадка идеальная, очень интересное вязание, единственное, что долгое. Долгое, потому что большое количество блоков, сложного ничего нет, зато интересен эффект. Эффект заключается даже не в том, как эти блоки расположились, а в том, что эта конструкция очень эргономична. То есть посадка по телу идеальна. Нигде не морщит, не трет, не жмет за счет того, что у нас в связи с тем, что мы провязываем полукругом наши блоки, получается имитация кокетки. А кокетка, как всегда, это идеальная посадка. Почти выточка. Поэтому, видите, идеальная посадка по всему телу. Цвет, конечно, я бы такой не выбрала, если бы вязала для себя. Это свитер, учебный материал для 6-го курса мастер-групп. Кстати, 6-й курс мастер-группы очень насыщенный, интересный. И тот, кто будет его у нас проходить, узнает, как вяжется поперечное платье, детское поперечное платье. Причем на базе вот этого детского поперечного платья можно вязать все, абсолютно любые поперечные изделия. То есть мы проходим построение и вязание поперечных изделий. Вторым уроком пойдет свитер интерлак. Третьим уроком у нас пойдут колготки-носки. Тоже очень нужная тема. А четвертый – необыкновенные юбки. Настоящее скользящее вязание под 45 градусов. Многие даже представления не имеют, что это такое. Но наша мастер-группа узнает и будет вязать юбку скользящим вязанием. И в этом же уроке имитация скользящего вязания. То есть наклонное вязание. Это не паркет, это полотно, которое вяжется под углом. Очень интересно, необычно. Курс шестой. Но помимо того, что мы провяжем такое большое количество изделий, те, кто у меня читается за прохождение курса, отчет это что? Домашнее задание, то есть отчетное изделие по каждому уроку. Мы решили награду подарить курс лоскутного вязания интерлак. То есть мало того, что мы свяжем свитер, мы с вами свяжем еще носочки интерлак, рукавички интерлак и беретик интерлак. Это полный курс лоскутного вязания. Поэтому, если вы у нас уже учились, но по какой-то причине прошли мимо таких интересных изделий, вы можете присоединиться к 6-му курсу, который сейчас уже стартовал, начался во вторник. Вы успеваете присоединиться и связать все изделия, которые я вам сейчас озвучила. Присоединяйтесь, все ссылки на курс под этим видео.